после таких кульбитов я хочу пожелать нашему телерадиоканалу «Страна ФМ» головокружительных полетов и космических успехов. А вот Кать Кокорина репетирует. Кать, ну а что это вообще такое? Где настоящий микрофон? Что это за бутылка с водой? Импровизированный микрофон. Так все звезды делают, да? Абсолютно верно, да. То есть ты хочешь немного порепетировать и хочешь немного попить. То есть когда я дома репетирую с расческой, это нормально, да? Да, абсолютно верно. Любой предмет в качестве микрофона, любой. Главное, не острый. Мало ли что может произойти. Катя Кокорина! И слова не нужны никому. Пусть лежат они в холоде тихих стен. Смотри телерадиоканал «Страна ФМ» долго-долго-долго. Мы начали большой концерт на Трубной площади, на Цветном бульваре. Ну и здесь, мне кажется, без малого собралась вся страна. Итак, и сюрприз вечера – Родион Газманов и его гитара. Здравствуйте, это я Родион, а это гитара. Ну это чтобы было все всем понятно. Скажи, пожалуйста, ты морально готов к выступлению на нашем концерте? Я даже аморально готов к выступлению на нашем концерте, но я боюсь, что мне просто не разрешат. Страна ФМ, с днем рождения! Город тоже с днем рождения! Это очень здорово и классно отмечать дни рождения вместе, давайте всегда так делать. Парами, параллельными парами, день рождения города и страны ФМ отмечали. Парами, танцевали мы парами, и глазами устали. Мы друг друга давно искали. Друзья, к сожалению, наш праздничный концерт подходит к своему логическому завершению. Как бы сейчас не печально это звучало, но, увы, друзья! Жаль, что больше мужчин не делают таких героических поступков.